Всем привет и добро пожаловать на канал Хайрекс. Перед вами рубрика «Подвал ужасов мистера Хайрекса». 15-й видеовыпуск. Сегодня к нам в подвальчик заглянет фильм «Лекарство от здоровья». Кинокартина выходила в мировой прокат в 2017 году. В свое время трейлер к данному фильму сразу засел в моей голове и где-то вдалеке показался лучик надежды, который, собственно, и привел меня в кинотеатр. «Лекарство от здоровья» – это весьма разносторонний кинопроект, который представляет из себя очень атмосферный и весьма напряженный фильм, который сложно подогнать под определенный жанр и удержать его в этих рамках. В какой-то мере, особенно в первой половине фильма, перед нами разыгрывается психологический триллер с налетом нуара, но ближе к финалу зритель начинает улавливать мистические настроения. Мистическая атмосфера начинает преобладать ближе к завершению истории, и она демонстрирует нам, насколько авторы заморочились с многослойностью данного кинопроекта. Фильм насыщен всевозможными событиями, которые выстраиваются вокруг громадного лечебного учреждения где-то в Альпийских горах. Главному герою, которого сыграл Дэйн Дэхан, предстоит распутать клубок тайн и выяснить, что же не так с этим загадочным и жутковатым местом. Сам того не желая, он становится пациентом этой чудо-лечебницы, и начиная с этого момента он все глубже и глубже погружается в реальный кошмар. На протяжении всего фильма он ищет выход из этого ужасного места, но в то же время он не может просто так уйти, не исполнив свою миссию, о которой зритель узнает в начале фильма. Добрые доктора будут всячески ломать волю нашего героя и провоцировать его на психоз, который будет проявляться в связи с происходящими событиями. В фильме есть достаточно хорошая схема. Это хлесткий сюжет с жутковатыми и мистическими эпизодами, достойная операторская работа, которая вполне заслуживает Оскара, проникновенная и леденящая душу музыка, сильная и профессиональная актерская игра. Все это создает отличную напряженную атмосферу, которая держит зрителя в постоянном страхе и совсем не дает времени на отдых. Режиссером выступил Гор Вербинский, который снял много хороших фильмов, притом в разных жанрах. Самые популярные из них – это «Пираты Карибского моря», первые три фильма франшизы, «Мышиная охота» и «Мексиканец с Брэдом Питтом». Казалось бы, мистика и ужасы – это совсем не его жанр. Но это не совсем так. В 2002 году Вербинский снял американскую версию японского ужастика «Звонок». И вот спустя 15 лет постановщик решил вернуться в этот жанр, и, на мой взгляд, ему это удалось. К сожалению, фильм провалился в мировом прокате, заработав всего 26 миллионов и 500 тысяч долларов. Бюджет проекта составил 40 миллионов долларов. Это тот самый случай, когда зритель не распробовал тонкую атмосферу фильма, которая невероятно увлекательна. Тем не менее, несмотря на денежный провал, «Лекарство от здоровья» получил хорошие оценки от зрителей и от кинокритиков. Возможно, именно провал фильма в прокате расстроил режиссера, и с тех самых пор он не выпустил ни одного кинопроекта. Тем не менее, в данном фильме не все так гладко. Основная проблема кроется в самом повествовании, которое получилось слишком размытым, а резкий переход к мистике, показанный в финале, несмотря на свою атмосферность, может показаться вторичным и немного неуклюжим. Саспенс есть, но после него остается двоякое чувство. Кинопоиск поставил «Лекарство от здоровья» 6,4 балла, портал IMDb поставил такую же оценку. А по версии канала Хайрекс, фильм вполне заслуживает 7 баллов из 10. Даже несмотря на свои небольшие недостатки. На этом подвал ужасов мистера Хайрекса закрывается. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Всем пока и до скорого на канале Хайрекс.